Анатолий Борисович вместе были и тоже знаем, что вопрос все-таки, это да, стоит очень серьезно. И если приглашают и вчера подписываться это самое, по тем, что кого там приглашают в областную больницу или не приглашают, если звонят официально люди и приглашают хирургов, там, лоров работать в областную больницу, вас закрывают и все, не из пустого люди говорят. Я не хочу в областную. Вышестоящий. Ну кто? Ну кто предложил, тот знает. Да. Не, а кто предложил, тот знает. Ну мы сейчас скажем, мы первые отсюда и пойдем. Сегодняшний. Я считаю, что больницу нашу трогать не надо. Вы в Горздрав сколько нам оборудования дали? Я за 27 лет всего-навсего одну эндоскопическую стойку вы дали, и то с одной камеры по 70, когда нужно 3. Скажите, это нормально? Это нормально? И что вы хотите? И скажите спасибо, что мы работаем, и у нас еще такие хорошие результаты. Врач, который закончил институт, пришел туда на зарплату 3000 или там 5. Он развернулся, ушел в платный центр. В отделении реанимации у нас за 8 лет ни одного нового специалиста нет и не будет, потому что они все бегут. Уважаемый коллега, у вас 9 заместителей у главного врача. Сократим половину. И зарплату заместителей знаете? Я заведующий хирургией. Вот квиточки. Посмотрите, сколько я получаю. Вот 27-28 тысяч на руки с кучей дежурных. В любом случае, разговор идет не о сокращении коечного фонда. На сегодня вообще я не могу сказать, сколько будет коек. Мы рассматриваем, может быть, 150 коек круглосуточных, может быть, 100 круглосуточных, может быть, будет более 100 дневного стационара. Сегодня просчитывается все, рассматривается. И еще раз говорю, мы исходим из интересов пациента, а не из интересов людей, которым, так сказать, вот в угоду не хотят идти где-то работать в другом учреждении. Должна быть диагностическая база. В 4 поликлиник диагностическую базу одновременно. Мы просто не можем этого сделать. А дорогостоящая аппаратура должна работать практически круглые сутки. Поэтому ее проще поставить где-то в одно подразделение, допустим, здесь, на базе диагностического отделения. Реабилитационного центра. Да, где будет это... Да не говорим о реабилитационном центре. Мы говорим о возможной реабилитации на базе нашей этой больницы.